Свыше 500 временных рабочих мест молодежных стройотрядок планируют открыть в текущем сезоне в Кызылорде. Трудовой семестр начался в апреле и закончится поздней осенью. Первые 150 человек, большая часть из которых жители села, уже трудоустроены. А юноши и девушки обеспечены полным соцпакетом. Учтены режим работы, питание, проезд, система зарплаты. Каждый стройотрядовец будет получать ежемесячную оплату в размере от 40 до 70 тысяч тенге. К слову, с 2013 года на стройобъектах области трудоустроены свыше 900 безработных молодых людей. Наряду с этим созданы условия для обучения, необходимых для региона специалистов. А в нынешнем году вузы Москвы и Санкт-Петербурга выделили около 500 грантов для кызылординских выпускников. При поддержке акима области получил образовательный грант в Московский государственный институт технологических исследований. У меня есть возможность стать металлургом или связать свою дальнейшую жизнь с нанотехнологиями и наноэлектроникой. Выучусь, приеду домой и буду работать в Кызылорде. Дали направление в стройотряд из молодежного центра. Сейчас работаю на строительном объекте. За летний сезон немного зарабатываю. Это очень удобно для нас, молодых.